Добрый вечер. Наступающим вас всех. Ай. Вот, не знаю, как-то вот хорошо, да, вот люди стали ходить на концерты авторской песни, хотят что-то, наверное, услышать нового, да. Вот 30 декабря, по традиции, я так стараюсь, чтобы вот каждое 30-е, встречаться с вами и что-то новое. Сегодня вот тоже что-то новое приготовлено. Что-то еще зреет, что-то прорвалось, но неудачно. Ну, так что то, что произойдет сегодня, кроме вас не увидит больше никто, конечно, если вы не будете с пулеметной скоростью все это сразу выкладывать в Facebook. Я как человек не ходящий, прямо не ходящий в Facebook, но я как-то так вижу, что происходит, типа там... Жизнь человека раскладывается по кадрам, и каждый кадр в Фейсбуке. Правда, Евгений Николаевич? Ну, я вот не знаю, в Большом зале организована сразу трансляция в Фейсбук. Здесь, может быть, еще нет, поэтому, может быть, 6 минут это будет тайной. Евгений Быков со своим новогодним панегириком в Фейсбуку. Ну, итожить год, наверное, глупо, завтра еще целый день. А за день может произойти по нынешним временам, сами понимаете, много чего интересного. Поэтому сегодня давайте просто, ну, не знаю, посидим, попоем, послушаем друг друга. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, присылайте, задавайте, пишите, говорите. С удовольствием ответим, с удовольствием споем, вспомним то, что вспомнится. Вот, ну, не знаю, будем потихонечку разгоняться. У нас всегда такие как-то отлибитумные отношения. Вроде... Евгений Николаевич тоже сегодня в голосе. Это что, свободная любовь? Что-то я не хотел сказать. Ну, что-то типа, да. Свободная любовь к творчеству. Давай, поехали. Так, у меня телефона с собой нет. У меня тоже. Что за наводки? Или морзянка в Фейсбук уже пошла первая? Сидим там-то и там-то. Чек-ин. Чек-аут. Это я, что вспомнил, я сразу долгое время работал с Анатолием Киреевым, а он любитель басанов, таких подвижных каких-то песен. И однажды, а мы всегда, вот с ним было все это железобетонно, наметили программу концерта, и все до буковки, с листа, значит. А тут вдруг он как-то так... разошелся, понимаете, завольнодумствовал. И говорит, а давай вот эту песню сыграем. И начинает играть. А я так, ну... А, ладно, тогда вот эту. Вот. Концерт задался. Примерная ситуация. А, поехали. Что у нас наводится, Сереж? Что наводится, а? Да. Когда и в радиусе 8 километров... Сейчас мы пообнимались с Лешей Ващенко, поздравились с наступающим, он сегодня в Большом зале. Такое приятное соседство, вы знаете, вот эта аура, энергетика этой нашей песни. Вчера я с песнями века общался, 6 часов мы ждали 3 выходов где-то, так что я чуть-чуть под впечатлением нахожусь. Ну, поехали. Давай, начнем с песни, которая начинает альбом «Странный день». Что-то день нынче странный, никого не убили и не подняли цену на питье и жилье, и печальные дети простейших фамилий не бросались камнями в отражение свое, и печальные дети простейших фамилий не бросались камнями в отражение свое. Что-то день нынче странный, дали всем по заслугам, кто пошел по этапу, кто вернулся домой. И на улицах люди поздравляют друг друга и счастливую жертву
Полный конвой, и на улицах люди поздравляют друг друга, и счастливую жертву, и веселый конвой. Что-то день нынче странный, солнце светит не жарко, ребятня без опаски воду пьет из ручья, и по-прежнему дружат пастухи и свинарки, и земля плодоносит, потому что ничья. Вот и день на исходе, пустячок, а приятно, и рукой не дрожащей перевернут листок, и умом понимая, что душе непонятно, новый срок свой мотаю на гитарный колок, и умом понимая, что душе непонятно, новый срок свой мотаю на гитарный колок. Да что ж такое, а? Точно какая-то морзянка идет? Или... Мою гитарку потише, пожалуйста, в подзвучку. Так, да. Более привычно. Ну, давай дорожную, тогда уже, да, по традиции. Знаете, у каждого года есть своя начальная песня. Вот это для меня достаточно важно, потому что по первой песне и некоторым последующим для меня всегда устанавливается такое камертонное звучание с аудиторией, которая сегодня присутствует. Вот так сходят с ума барды, да? А есть люди в зале, которые могут объяснить происхождение этой наводки? Вот. Из-за чего это может быть? Я-то ничего не понимаю. А? Ну, это понятно. У меня телефона нет с собой вообще. У тебя есть с собой телефон? У меня вообще нет телефона. Не дави на жалость, Николай. Это так будет весь концерт вообще сопровождать? Всю нашу жизнь, да? А давайте попробуем эксперимент провести. Возьмем сейчас и выключим телефоны. Ничего не произойдет. Ближайшие там вот 50 минут точно ничего не случится. Николаевич, Доу Джонс рухнет сразу. Ты что, посмотри, какие люди собрались. Может быть, в этом причина. А вдруг да и чей-нибудь действительно телефон вот так вот себя ведет? Пока народ, матерясь сквозь зубы, откликается на твое рациональнейшее предложение. Да. Вот, а я пока... Сереж, будь любезен, пожалуйста, немножко помягче гитарку сделаем. Потише просто все. Не-не-не, потише надо помягче. Так, и свет погасили, света. Ну все, вот теперь. Вот стою я перед вами словно голенький, да? Поехали. А вот смотри, ведь тихо стало, правда? Так ушли все. Равновесие не держит наш вагон, словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, да в кармане тихо звякают ключи. Чуть поменьше то от ящичка с письмом, чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, развею грусть, среду к обеду назад вернусь.
угасает за окошечный пейзаж, с ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, и слова летели струнами звеня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, развею грусть, среду к обеду может вернуть. Отбивает время ложечки стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то, где-то впереди закрытый дом, а где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развею грусть, среду к обеду я не вернусь. Снова поле разлинованным листом, до потолка. Где-то, где-то впереди закрытый дом, где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развею грусть, среду к обеду я не вернусь. И не звенит ничего, да? Да. Класс. Ну, сейчас надо хотя бы оправдать название сегодняшнего концерта. Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз. Тем более, вот Снегурочка у нас есть, между прочим. Единственная пришла в костюме Снегурочки. Вы. Не-не, я имею, да, вот золотую оторочку на вас. Это новогодний, это безусловно новогодний. Спасибо вам. Название взято из моей старой-старой-старой песни, песни, которая произвела на меня неизгладимое, я бы даже сказал, физиологическое, да, воздействие в свое время. В свое время я вообще в жизни был два раза настоящим Дедом Морозом. Но если второй раз это обошлось как-то без жертв, то первый раз дети как-то, мягко скажем, потерялись. Некая энурезность у них начала ощущаться, очень надеюсь, кратковременно. Вот. Значит, вкратце расскажу историю. Я работал в газете «Вечерняя Казань», 79-й год, и работники молодежного центра казанского, которые напротив редакции, пришли как-то, они ходили к нам обедать в нашей столовой, подошли ко мне и сказали: «Ты толстый». В чем они так утвердительно сказали? Я согласился сразу. Глупо спорить с очевидным. И они говорят: сыграй нам Деда Мороза, у нас две елки для наших детей, значит, дети сотрудников Казанского молодежного центра. Я говорю: что надо? Они говорят: ну ничего, конфеты им вручишь, там подарки мы им дадим, и все. Я говорю: мне валенки с калошами. Я почему-то вот заблаговременно попросил с калошами. Я тогда не знал для чего, потом я узнал, выйдя из реанимации. В назначенный день, в назначенный срок я стоял в Казанском молодежном центре. Мне дали плисовый халат синий, валенки с калошами, посох, вымазанный синей гуашью, рукавицы, бороду, нос, накрасили помадой щеки, нахлобучили колпак. И я вышел к детям. Детей было человек 10 в первый заход. То есть я так вам кого не жалко. Родителей было человек 30. 10 детей, видно, пришли сочувствующие. Елка стояла, все это проходило в фойе, детей, значит, выстроили, так испуганно они стояли где-то у стенки.
А мне тогда казалось, знаете, и по молодости, по глупости, что уже я одним своим появлением осчастливлю. Я вышел и хорошо поставленным таким голосом сказал: «Здравствуйте, детишки!» И уже заплакали первые, значит. Я почуял недоброе, и я понял, что говорить нечего. Вот самый экспромт хороший, он подготовленный, это истина. А Дед Мороз, который стоит, то есть заплакали остальные уже. Я стал шарить по карманам, карманов не оказалось, в плисовом халате там конфет нет. И посохом, чё? Леня, посохом. Да что посохом, 30 человек родителей посохом. И я стал думать, думая, я ходил. Я зашел за елку и долго, как мне показалось, стоял. Потом меня шипящим матом оттуда выгнали. Я вышел, дети стояли, значит, слезы катились. Ужасающее зрелище, я сейчас вспоминаю, меня передергивает. И я начал лихорадочно искать выход из ситуации, и я почему-то уперся в одну фигуру. Я говорю: «Дети, а где наша Снегурочка, кстати?» И я долго у них выпытывал, типа: «А как нет Снегурочки? А где она?» А тут дети вообще потерялись во времени и пространстве. И я сказал: «А вы знаете, она к нам шла, но серый волк ее притиснул в подъезде, и мы сейчас пойдем, дети, лапу ему отломаем и голову разобьем вот этим». В общем, я начал страшные говорить вещи про серого волка. Дети зарыдали громче. Я опять ушел за елку. Это было мое убежище. Потом я высунулся из-за елки. А прошло минуты полторы. Понимаете? Вот ужас-то. А работники молодежного центра, они выходы-то заняли из актового зала, этого, из фойе. И я сказал: «Так, дети, все, вот гениальная фраза, дети, все вниз, там в углу подарки за 3,50. В 79-м году подарки стоили 3,50. Это я запомнил на всю жизнь, каленым железом. И дети воя унесли, значит, сметая родителей, за ними унеслись родители, такой паровозик. А я вышел в спортзал, он сообщался дверью с этим фойе, и я сел на лавку, я честно вам говорю, я уснул. Я оперся на посох и уснул. Нервная потеря была слишком велика. Я уснул, проснулся от тупых ударов, слава богу, пока не по мне. Баскетболисты прибежали, обступили меня, стали кричать: «Дедушка Мороз пьяный». Ну, сидит, спит, Дед Мороз храпит, ну, пьяный, конечно. Я сказал: «Дети, Дедушка Мороз очень устал, он не пьяный, он типа оленей я съел из Лапландии». Уснул опять, и меня пробудили работники Казанского молодежного центра. Знаете, когда женская лодочка бьет в ребра, не спасает плисовый костюм даже. Мне говорят: «Че ты спишь, дети, охрипли тебя, выкликая». И я действительно, а я тут уже, я знал, что делать, знаете, опыт сын ошибок трудных. Я влетел в это фойе с палкой, как Карлсон, так. А мне потом рассказали, значит, я вспотел в первый раз, и помада расплылась на усах и на бороде. И такой кровавый, знаете, Дед Мороз, борода сбилась вот сюда. И такой, знаете, да, белая борода с окровавленным ртом. И так: «Здравствуйте, детишка!» И все. И тишина такая там, и среди родителей, и все. И тут я уже: «Дети, с Новым годом, где Снегурочка, сука, волк там ее там, ща пойдем лапы», и перешел на жаргон, на феню, значит. Волк там, по-моему, отрубился уже, услышав это все. И я раз за елку опять. А что делать, конфет не дали? Так бы я разбрасывал в толпу. И вдруг эта подлянка была, оказалось, знаете, раньше была такая йоника, помнишь? Йоника, органола. Она оказалась почему-то на сценке, и там кто-то заиграл барыню. И какая-то сволочь не в мой микрофон сказала: «Танец Дедушки Мороза». Я из-за елки сказал: «Мы так не договаривались вообще-то. У меня типа в контракте этого нет». Меня опять той же лодочкой выпинули, выбили, значит, из-за елки. Я вышел: «Дети, детей обманывать нельзя. Это страшно, понимаете, обманутые дети». И делать было нечего, а я танцевать я не умею. Но тут я пошел в присядку. Я присел один раз, и все. Встать я уже не встал. Я, как, есть такое, выкинул коленца, оба свои, да, посмотрел на калоши так,
И сидя, а еще не успела пыль осесть. Я сказал, дети, все вниз за 3,50 подарки в углу. И дети опять, сметая родителей, унеслись. В этот момент минута три прошло. И одна женщина, она так прикрывала отступление в арьергарде. Она была в очках, там плюс 100, и так с ненавистью суженные глаза. Она отступала и шипела, как скалопендра. Она говорит, как скучно-то, господи! Я честно говорю, женщина, это не скучно, это гораздо страшнее. Идите, с Богом вообще, пока у меня посох еще в руке. И потом я снял эти варежки свои, значит, я отдал все работникам молодежного центра, даже конфет не взялся, и ушел. И мне было очень плохо, я вынужден был вот из-за этого из Казани улететь, в Москву перебраться, чтобы дети не нашли потом с возрастом. Я все жду, когда на концерт придет кто-нибудь такой, папа, Дедушка Мороз. И много уже прошло какое-то время, я летел в самолете куда-то на Дальний Восток, и вот это накатило, и появилась такая вот эта песня. Сейчас я постараюсь ее воскресить. Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз. А? Не слышу. Так, еще разок, тихо. Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз. Ну, потише. Я, между прочим, подарки вам привез. И привет. Пачку печенья, батон и паровоз. Нет, батона нет. Катя Петрова, читай скорее стишок. Так скоро. Ну-ка, детишки, похлопаем чуток. Ну! Катя снова. Папа под елочкой скакал, весь в иголках. Ай, что смеетесь, дети? Да, дедушка упал. Очень скользко. Что ж орешь ты, мальчик, и я не снеговик, и не Карлсон. Ну ладно, я лошадка, ну трык-тык-дык-тык-дык. Все, наскакался. Валенок отдайте, бороду не трожь, конопатый. Но я ж не лошадка, ну чё ж ты орешь? Где пираты? Дети, пожалейте Дедю Мороза. Ай, как больно. Хорошо, что в ухо, а если бы в глаза, все, довольно. У тетю детишки елка высока, все, прощайте. Рыжий, конопатый, пионер в очках, не качайте! Это вы, детишки, Катенька, не плачь. Эй! У входа. Пропустите тетю. Это тетя-врач. С Новым годом! Да-да-да, надо настроиться, а то эти жаркие воспоминания. У нас есть... Что, Деда Морозовского еще? Давай про Старый Новый год, да? Начинай. Вот и старый проводили, вот и новый наступил. На любимую мозоль, да так что просто нету сил. Разрывается на части телевизор не цветной. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Кто не выпил,
тот больной, бо больной, а бо подлюка, потому как жизнь одна. Это такая, братцы, штука, хошь не хошь, а пьешь до дна. Кто зальет ее шампанским, а кто кровушкой своей. Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Телеели телевизор, телеели говорит, тянут еле лапы к низу, новогодний шар залит, спит под елкой ежик бритый, видит радостные сны, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, перед новым все равны, а вот и старый проводили, а вот и новый наступил, а вот и новый проводили, а кто-то что наступил. Старый, я седой, какие здесь обмороки шарят. Эпохальная фраза в конце, которая перевернула мое мироощущение в свое время, принадлежит брату Евгения Николаевича Быкова, который, отслужив срочную на Дальнем Востоке, приехал в Москву в июле, да? Да, в 90-х годах это было. Да. И вот мы спускаемся в переход на Пушкинский, он там большой, я был. А девчонки мы два часа ночи. Вот, а такая колоритная была молодежь. Он говорит, старый я седой, какие здесь обмороки шарят. Вот, и это как-то так и запечатлелось. Поколенческая психология вся запечатлена в этой фразе. Гениально вообще. Я вот запомнил это, знаете, да. А еще про Деда Мороза у нас есть песня, Николаевич, с тобой. Грустная это. Но это тоже Дед Мороз, да? Вот надо, как говорится, отработать. А вот это веселая была до этого песня. Ну, тут как-то все уснули. Вот. А это, да, и погода. Песня соответствует нынешней погоде. Только сегодня снежок-то пошел. Про снежок мы еще споем, да? А это вот такая вот. Да, что-то гитара как-то... Гитарку мою дай, просто. Исчезла? Кто видел мою гитару? А моя громкая, не, не та ручка. Да. Слушай, все телефоны повыключали и гитару мою заодно, да? У кого телефон соединен с моей гитарой, включите свой телефон. Нет, пока нет. Сереж, давай я вот этот микрофончик переставлю туда на гитарку, чтобы нам не стоять. О! Нет, это гитарка. Забираю микрофон. Чудеса какие-то сегодня. Это новогодние, понимаете, вот такие чудеса. На декабрьской мостовой, лакированной дождями, Дедушка Мороз с прохудившимся мешком, красный нос, конечно, свой, а в мешках, что под глазами, есть местечко и для слез. Убегающих тайком, ветер времени суров, снежиночья машка в душу норовит залезть, выпивает Дед Мороз, потому как нет, рифму забыл, потерялись из мешка, стыд и совесть, ум и честь, непонятные дома, непонятная погода, да спешащие назад старомодные часы. Вот такая вот зима наступающего года. Солнца нет, но есть закат очень средней полосы. Ветер сам уже подмерз, завывает из-под арки,
и снежиночья Машка в душу норовит залезть, выпивает Дед Мороз, потому как нет подарков, потерялись из мешка. Стыд и совесть, ум и честь. Вот такая вот зима. На задворках мироздания незаконченный закат, очень средние полосы, равнодушные дома, где исчезло сострадание, и спешат, 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 все спешат назад часы, и спешат, спешат, спешат. Предновогодние, тут, да, вот провалы тоже бывают, да. Давай, Николаевич, вот сегодня снег пошел. Вчера еще было все голо, пусто и равнинно. Сегодня уже такое новогоднее настроение, да. Дай бог не стает еще до послезавтра. Вот. Ну и про снег. Это мы как мантру всегда поем, вот, да. И снегу прибавляется. Не зашел с небес на город снегопад, разукрасил в белый цвет весь белый свет, и синоптики растерянно твердят, что такого не бывало столько лет. Приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вода. Даже дворники лопат своих штыки отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь и за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь? Утром с последней звездой выйду я в город седой, прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Говорят, у белизны короткий век, что опять все почернеет, говорят. Но пока идет на город белый снег, и синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь и за окошком шуршишь? Хвостиком следы заметаешь, утром с последней звездой выйду я в город седой, прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь.
Так, ну, пока еще, как говорится, глазоньки видят, рученьки держат. Вы еще внимательны и напряжены. Значит, это не песня, это две попытки, которые могут стать песнями. При большой работе, прежде всего, с вашей стороны, если вы никому не расскажете и в Фейсбук не передадите. Кстати, ни разу не бывший в Фейсбуке, написал про Фейсбук как раз. Давай попробуем, Николай. Мы только сегодня начали работать над этими, извините, заготовками для Буратины. Носы получились, остального нет. Ну ничего. А, да, во, все, я вспомнил. Еще разок. Ну, примерно, да. Едут по Берлину наши казаки. Похоже. Я думаю, чувствую, на что-то похоже. Напишу стишок, выложу в Фейсбук. То-то будет шок у друзей, подруг. То-то будет крик, то-то будет гам. Каждый новый клик мышкой по мозгам. Половина да, половина нет. Сожжена еда, кончился банкет. Выйду на крыльцо, на луну повыть. Трудно быть творцом и притом не пить. Впрочем, пей, не пей, толку в жизни нет. Ночи все длиннее, и дальше все рассвет. Мышкой до утра все шуршит беда. Ты прости, сестра, а ехать некуда. Я пойду в Фейсбук, заберу стишок. И замкнется круг где-то между строк. Интересно, как там в Фейсбуке. Наверное, весь мир открывается, да? Кто где чихнул? Чем это закончилось? Вообще, я припоминаю случай, когда приехали мы в Америку к нашей одной знакомой. Она как-то в диком штате Алабама, страшный город Бирмингем, вот именно там она и живет. Рита Алабамская, так мы и зовем ее. Вот. Ну, она говорит, ну какие новости? Я говорю, ну вот у нас там, она говорит, это я знаю, это вот там кто-то писал. А, ну вот, это тоже я слышал, вот там, Лида, говорит, ну слушай, мне кроме моих интимных подробностей отношений с женой тебе рассказать больше нечего. Ну она все знает. Она потупилась, говорит, да это я. Ну, может быть, из деликатности ничего не сказала по этому поводу. Ну не знаю, так догадываюсь, черт. В общем, как-то в единое пространство меня пугает немножко. Громко метаться, можно тише. Знаешь, Николай, я скажу, поздняк пугаться уже, поздняк метаться. А вот мониторчик можно чуть погромче, мою гитарку. Не можем никак приладиться сегодня. Ничего. Значит, я продолжаю традиции городского романса в своем понимании этого. Это не значит, что это будет городской романс, но я так его понимаю. В свое время я написал два городских романса. Это «Однажды бисептол» и «Бисектриса» первый. Второй – это «Похороны сатиры», как мне кажется. И вот вроде я как бы замкнул триаду, недавно опять сошел с ума и такое вот написал. Ну, это ты уж помнишь, да? Ну, да, вспомнил, кажется. Ну, городской же романс. В эту ночь как-то не засыпалась, а видно, шла на столицу гроза. Вдруг услышал, или мне показалось, а засыпая, бормочут глаза. Сквозь ресницы так влажненько-влажненько из последних гляделочных сил. О своем, о глазастом, о важненьком левый-правому чой-то бубнил.
импровизация галимая. Ну куда ты попёр, плюс мой двоечный, 3 часа телевизор смотреть? Говорил тебе рот, ведь давно еще, так и можно совсем охренеть. Там ручонками машут болванчики, чё-то спорят, о чем-то кричат. А внутри ты послушай, болванчики, органчики потихоньку скрипят и скрипят. Правый сонно пошлепал ресницами, ты приятель нормальный или нет? Ты-то сам воспалился глазницею, целый день не моргать в интернет. Вот уж где разгулялась помоечка, не жалею чужих и своих. И тебя, дорогой, плюс мой двоечка, точно так же не бровь, а под дых. Вот мои сразу все исплатились, от политика и до врача. А мои тоже вот закупились, гречу, свечи, ведро, первача. Все в порядке, идет все нормальненько, просто надо слегка потерпеть. Раньше можно начать было с маленькой, а теперь вот боюсь не успеть. Разукрасим дорогу мы розами, вместо роз завезли кучу роск. Чуть помятый вчерашними дозами, снова взял заторможенный мозг. Ну-ка вы, дальнозоркие тварина, быстро веки захлопнули нах. Не дай бог потревожите барина, завтра вновь приползет на бровях. И циклопы сошлись в переносице, убаюкан нос задышал. Наравшийся оптом и в розницу, рот храпел, позабыв об ушах. И сопело во сне мироздание, и хотелось кого-то любить. Мозг под корки давал указания, чтобы брови с утра укрепить. Вот, понимаете, вы присутствовали при моменте, который больше не повторится, естественно. Знаете, бывает так, когда генеральная репетиция совпала с премьерой и с последним показом произведения, да. Ну вот, ну что же, да. А продолжая тему так неловко начатую предыдущей песни, давай доктора Мишина попробуем вспомнить. Еще лучше, давай чего-нибудь. Хочу Мишина, а, упал, начал махать ногами. Хочу. Да. Не надо искать легких путей, Николай. Давай. Он все хочет как-то свести, знаете, вот на такие... Нет. Ну, как скажешь. Заметьте, не я это предложил. Это я уже, да. Разум ослабеет, прилетает только в теме. Доктор Мишин, доктор Мишин, полечите наше время. А стихи уже не властны, и поэт на ладан дышит. Я прошу, расклейте ласты, доктор Мишин, доктор Мишин. Все едины, как и прежде, по своим стреляют метко. Доктор Мишин, вы не режьте, вы попробуйте таблеткой. Ведь пока вы есть на свете, я прошу вас, не болейте. Вам еще лечить эпоху, лучше водочки попейте. Вот и ладно.
и все пол. Ведь пока вы есть на свете, все с душой не так уж плохо. Я прошу вас, не болейте, вам еще лечить эпоху. Я прошу вас, не болейте, доктор Мишин, доктор. А на что ты намекал там? Вот с нее и начнем. На что ты намекал там? Очень мне нравится. Я там просто исполняю уже что-то. А, давай. Годится? Что? Надо было тогда еще согласиться. Вот. Знаете, вот каждый концерт, каждая песня – это как первопостижение вообще, да? Забываешь же. А если помнить все, так это ж о, ужас какой. Нет, только так, только так. Только так, только так, только так. Извините. Травы медоносы ветер шевелит, дядька сизоносый на земле лежит, а теплый ветер с юга, далеко гроза, бегают по кругу, кругу красные глаза. Глянет влево, вау, а лучше б не смотрел, поглядит направо, тоже беспредел. И пока не поздно, в небе со зрачок, а по небу звезды, звезды, два рубля пучок. А по небу спутник, молния один, сам себе попутчик, сам себе один. А как душа хотела спутником парить, да не готово тело, тело душу отпустить. Не печалься, дядька, дрыхни до утра, ведь поутру, глядька, хуже, чем вчера. А не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного-много, отдохнешь и ты. Травы стебли гнуты, а ветер шевелит, спутник шизанутый по небу летит, а внизу вольготно мухой на стекле. Батюшка, народ, народ на матушке земле, а внизу вольготно, а мухой на стекле. Батюшка, народ, народ на матушке земле. Ну ладно, Евгений Николаевич распелся. Продолжим, продолжим. Это редкое состояние души и тела, да. Значит, вот если где-то, когда-то вы увидите Евгения Быкова, который поет «Ничего на свете лучше нету» или «Ваше благородие, госпожа удача», значит, он пребывает в нирване просто. Значит, он не здесь, а он там, и ему хорошо. Это вот два таких парольных момента. Хочешь вспомнить это вот... Нет, Николаевич, вспоминать нельзя, потому что ты за рулем сегодня. Если бы ты не был за рулем, он бы вспомнил. Да, ему давно не так хорошо. За рулем-то чего ж хорошего? У него сегодня эвакуатор увозил машину, представляете? Ну и где тут эвакуатор? Две песни, и все. Сегодня мой день, да. И карту автомата еще с этот Сбербанка съел. Да, автомат Сбербанка съел фотокарточку, да. Так автомат-то принес с собой, он там в гримерке стоит. Не хочет отдавать карту, и все, сволочь. Я думаю, к вечеру договоримся все равно. С обслуживающим персоналом уже договорились, он лежит уже там. Ну, давай. В конце поем с Евгением Николаевичем. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость.
Но у нас все путем, только где он тот путем. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А у нас днем с огнем, а в потемках без свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают басы, кудри по ветру вьются. И осталось в войне победить, как всегда. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ну, сегодня эта песня называется «Мужская предновогодняя». В ночь с 31 на 1, после просмотра Первого канала, такой добрый-добрый человек, мужчина, да. А еще на улице темно, ни души, ни звука, ни огня. А еще горит мое окно в комнате, в которой нет меня. А еще стою один в ночи, никого со мною рядом нет. А еще я выронил ключи, не найду в потемах, подайте свет. А свет, Светович, Световик, а хоть куда? Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. А еще уж скоро рассветет, дураком будильник прокричит. А еще повылезет народ и затопчет все мои ключи. А свет, Светович, Световик, а хоть куда? Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот и беда. Не найти их, не собрать их в темноте. А пока стою
ключи. Свет, Светович, Световик, а хоть куда? Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте, не найти их, не собрать их в темноте, не найти их, не собрать их в темноте. Так, у нас сюда большая программа во втором отделении. Может, какие-то будут вопросы и заявки, готовьте. Сейчас мы с Николаевичем будем завершать первую часть нашего с вами общения. Ну, какой песней закончим, Евгений Николаевич? «Зеленое небо» споем. Общественный человек. А я вообще с народом люблю. Выпивать, ты уж добавляй. Говори уж честно до конца. Я вообще с народом люблю петь. Выпивать. Нет. А потом песни петь. И в горе, и в радости, понимаешь. Я помню эту песню. Горе в надежде и в радости. Я помню, да, да. Я когда-то в хоре солировал «Солнечный круг», «Небо вокруг». Так что у меня славное прошлое. А вот Леня не даст мне соврать, я тут французов на обе лопатки уложил в тюменском ресторане. Не дам соврать, не дам. Чего там они делали, не знаю. Пригласили нас в Тюмени после фестиваля, значит, мы были члены жюри, в ресторан «Чум». «Чум». «Чум» меня, это сокращенно. А у них там вот, ну как, Тюмень, север, и у них там вот фирменный этот вот напиток, у них их настойки, их там больше сотни штук. И не один. На кедровых орешках, там на бруснике, на каких-то травах, и там их много. На лущенных кедровых орешках, на нелущенных, да, на скорлупках от лущенных кедровых. Может, мы дошли до 53-х, и нам сказали, что в ресторане есть французы. А Евгений Николаевич парле о франсье. Он учил до 5 класса французский язык. Он пошел, спел им «Солнечный круг, небо вокруг» на французском. Они все пришли к нам в ЧУМ. Там человек 40 их было. Так потом руководителя еле отодрали от Евгения Николаевича. Он не хотел уезжать во Францию. Я хотел. Он не хотел. А вот это да. Я говорю, а это был лучше. Как раз в тот день, мы наблюдали метеорит. Сначала думали, что мерещится, а потом оказалось, он таки до Челябинска долетел. А так было интересно. Стою, вот. Говорю, что-то падает. А 68, мы докурим, 68 напитков. Да. Потом только в новостях. И француз подмышкой. Чудеса. Вообще, знаете, я вот что еще вспомнил. Как-то нас в Сызрань пригласили с Леонидом Александровичем. И мы прилетели, приехали в Сызрань. В Москве был дождь, и мы как-то соответственно оделись, не посмотрев погоду. Приехали туда, там минус 18. Вот. А мы втроем, Лида Чебоксарова, я и Леня. Не надышали. Да. Да. А Леня без головного убора, Лида в легкой курточке. А местные обязательно еще говорят, у нас, знаете, здесь улица есть, наличники резные, 18 век. Они-то в тулупах. Вы должны это видеть. Мы говорим, ну, должны так должны. И вот мы идем, как пленные немцы. Синие люди смотрели наличники в Сызрани. Представляете, заголовок такой вот. В Фейсбуке, да? Вот. Лида сняла, значит, у нее какой-то чебурашка был здесь, вот, ну, на капюшоне, на ее куртке. Да, это там был шиншилловый мех у нее был, он спас меня. Я как пленный немец вот так его надел на уши. Лида, и всю жизнь ходил в него. Этот вот свой капюшон, как, ну, трубой такой вот, и идет тоже там, как птица черная. Вот. А я сзади с чемоданом, с гитарой, а в улице в тот момент времени в Сызрани не чистили. Да и, как и сейчас. И вот у меня чемодан валится, думаю, да как-то неловко все. А наличники красивые вокруг. И мы уже, да, ой, какие красивые. Растянулись уже на 200 метров наличники смотрящие. Вот эти, вот. Я сзади отстал очень. И даже злюсь, говорю, ну так как-то про себя. А эти в тулупах идут, рассказывают. Посмотрите, налево, посмотрите, да, направо. Им жарко. Я тут, знаете, вдруг просиял лицом, потому что буквально где-то месяц назад с Леонидом Александровичем мы прилетаем в город, как он этот, гнездо порока-то?
порока в Лас-Вегас. В Лас-Вегас! И встречает нас. Но не, там таких не, наличников не было. Огромный такой негр. И жара чёртова. На огромном Мерседесе. Нет, это длинная машина, как у них там называется? Ну, длинный такой свадебный Линкольн. Да, он нам открыл дверь и пошел куда-то туда за руль. За 8 метров туда ушел. И знаете, что мне вдруг как-то полегчало сразу? Я подумал, что вот мир, он как вот маятник. Если бы не этот Мерседес этот, с черным негром, вряд ли бы я проникся к наличникам 18 века в Сызрани. И, честное слово, стало как-то легче и веселее. Николай Евгеньевич, я согласен, мир как маятник, то справа по башке, то слева по башке, но все время по башке. Но интерес в этом есть и живой. Давай «Старый дом» споем и пойдем на покой минут на 15. Тут нахлынуло, как понимаешь. Пока все не схлынуло, давай. Кстати, да, куда бы мы ни уезжали, все равно мы возвращаемся куда? Сюда. Старый дом, где вместо кресел подоконники, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что была серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что мы были счастливы и молоды, а теперь уже не так. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули годы и года. Бултых и в ямку канули и годы, и года. За окном мелькают кадры старой хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминает дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на четвертом этаже. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултых и в ямку канули и годы и года. Бултых и в ямку канули и годы и года. На стене другой рукой та же формула, имена другие, равенство одно. Что-то помнится из фильма бело-черного, что-то доброе, ну прямо как в кино. Загудела голова, пустая звонница, за окошком дождь не старый моросит. То ли где-то тихо капает бессонница, то ли бьют незаведенные часы. Отсюда увозили нас, сюда нас и возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули и годы и года. Бултыхи в ямку канули и годы и года. Спасибо, давайте немножечко отдыхаем. Я тут что-то обнаружил. Мы удаляемся на созерцание подарка.